Привет, друзья! Сегодняшняя история вызывает множество чувств. Печаль, умиление, веру в то, что свет есть даже в самые темные времена. История повествует о пожилом мужчине, страдающем от одной из форм деменции, а также о его внучке, которая старается найти подход к любимому дедушке. Но давайте сначала разберемся в недуге, которым страдает мужчина. Болезнь Альцгеймера – это форма деменции, при которой кардинально меняется поведение человека. У больного начинаются проблемы с памятью, мышлением, он отстраняется от родственников, ведет себя странно. Во всем мире диагностировано более 44 миллионов случаев заболевания. В России от него страдает порядка 1,5 миллиона человек. Болезнь Альцгеймера – серьезное заболевание, при котором больной нуждается в помощи и понимании со стороны близких. Но и естественно, от болезни страдает не только сам человек, но и его близкие. Одним из самых страшных симптомов недуга является то, что больной перестает узнавать родственников. Даже самые родные люди становятся чужими для человека, что может стать настоящим шоком для окружающих. Но в любой ситуации можно найти выход, если по-настоящему любить своего родственника. И обязательно нужно понимать, что человек не виноват в своем состоянии, ведь изменение поведения связано с прогрессированием болезнью. Дедушка главной героини этой истории, 28-летней Шилы, страдает от деменции уже несколько лет. В один момент пожилой мужчина перестал узнавать свою внучку, которая жила с ним в одном доме. Девушке приходилось несколько раз в день объяснять дедушке, кто она такая. Однако мужчина все равно каждый раз удивлялся, откуда в его доме взялась молодая незнакомка. Чтобы помочь дедушке, Шила придумала отличную идею, которой девушка поделилась в своей социальной сети. Милое видео уже посмотрело более 10 миллионов человек. Всех пользователей до глубины души тронуло то, что они увидели. Что придумала девушка? Чтобы доставить дедушке радость, отвлечь и успокоить его, Шила решает сесть за рояль. Девушка начинает играть в соседней комнате, после чего в помещение заглядывает заинтересовавшийся происходящим дедушка. Кажется, мужчине нравится услышанное. Он останавливается и наслаждается музыкой. После этого мужчина поднимает большой палец вверх в знак того, что ему нравится, как играет незнакомка. А потом происходит еще более неожиданное событие. Мужчина садится в кресло, продолжая наслаждаться игрой внучки. Постепенно он настолько успокаивается, что засыпает. Музыка связала их на каком-то особом подсознательном уровне. Дедушка даже не стал, как обычно, переспрашивать, что это за девушка, а как будто бы все понял без слов. В интервью изданию Daily Mail героиня этой истории рассказывает о своем дедушке. Ему 93 года, у него болезнь Альцгеймера, он не знает, кто я, но мы вместе разделяем моменты счастья, и память здесь ни при чем. Девушка призывает любить своих близких, несмотря ни на что, ведь наша жизнь так коротка, заключает Шила. Трогательное видео вызвало множество откликов, оно не оставило равнодушными миллионы пользователей. Кто-то не может сдержать слезы, кто-то считает происходящее на экране милым и трогательным. Но все единодушно называют Шилу отличной внучкой и просто хорошим человеком. Болезнь Альцгеймера – это страшный недуг, который заставляет поведение человека полностью измениться. При деменции прежде всего страдают память и мышление, но это не повод переставать любить своих близких. На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!